Котики, привет! Это я вернулась домой. Смотрите, что у нас в Кинчану. Смотрите, сколько у нас людей. Все рестораны забиты под завязку. О. Вот вам высокий сезон в Тоскане. Очень много русских. Просто очень много русских. В общем, мэр молодец. Я хочу сказать, что он раскрутил, очень хорошо раскрутил город. Там вон 5 оттенки другие. У меня сегодня день был очень. Сейчас я выгоню Анджелу. Че он дома сидит? Он из университета приехал. Пусть идет знакомиться с молодежью здесь. А то как сыч сидит все время. Так, пауза. Смотрите. О, девушка такая симпатичная. Здесь у нас. Это вот где фонтан. Так, а здесь паста. Это типичная вот эта паста для кинчану. Готовят. Вот, люди приходят, заказывают. Так, сейчас на паузу поставлю. Тут я подхожу уже к дому. Вот здесь у нас открылся, кстати, новый мясной магазин. У них сегодня презентация. Вот, идем дальше. Ой, людей очень много. Очень-очень. Вот, читайте, Феста ди Пичи. Да здесь вы никогда в жизни не найдете места. Это вот наша соседняя площадь. Мне бы, конечно, белку вытащить, а где мы с белкой здесь сядем? У нас места здесь не будет. Все занято. Это вот уже наша площадь и церковь. Мои, вот этот наш деревенский праздник. Смотрите, вот она площадь, она прямо по соседству находится. В общем, Анджелу я не смогла вытащить, поэтому я пришла одна. Вот они, пичи. Вот оно, красное вино. И я очень счастливая. Я сегодня отработала, мне ничего не надо готовить, поэтому я сейчас это с большим удовольствием съем. И потом вам расскажу всем, что входит в состав. Потрясающий, это потрясающая атмосфера. Деревенские праздники, когда вот так все сидят за одним столом, даже я вот без Стефана, Стефана работает сейчас, Анджело и только-только из университета приехал, вот, поэтому я пришла сюда одна, но я безумно рада, что я это сделала. Это очень вкусно, это просто безумно вкусно. Я хочу сказать еще вот такую вещь, что вот эти праздники деревенские, это потрясающая вещь, потому что вот после сегодняшней нервотрепки в Ватикане, это ужас, что было, это ужас. То есть это когда вот людей прогоняют через галереи, как скот, как в метро, причем не в московском метро, а в римском метро, в час пик. Это была не экскурсия. Вот я сейчас пришла одна, я совершенно не смущаюсь, у меня, в общем-то, очень неплохая компания здесь, но я должна сказать, что это вот идентичность итальянская, то, что появляется здесь. Я уже, кстати, пью второй бокал красного вина, очень вкусный, стоит очень, цены очень демократичные. Вот, и у меня хорошая компания, все итальянцы, здесь нет иммигрантов, поэтому вот этот дух. Мне муж, кстати, очень много рассказывал про этот праздник, и я рада, что я наконец-то на него попала. Еще раз покажу вам вот столы. Смотрите, пожалуйста.